Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в StickWare Legacy. И у нас 4 новых этапа: 335, 336, ну, 337 и, конечно же, 338. Ну что, друзья мои, поехали. Берем уровень Insane. 17 очков. Ребята, здесь дали, ну, много баллов. И мне кажется... И мне кажется, сейчас меня здесь почему-то распетрушат. Наверное, даже на изи. Ну ладно, вначале нам нужно посмотреть, что к чему и почему, прежде чем какие-то делать выводы. Давай посмотрим. Значит так, нам нужно с тобой пережить ночь. Давай еще двух добытчиков. Оу, вау, вау. Так, зомби на меня прут. Блин, слушай, здесь, наверное, надо было, конечно... Опа-на. Это мне вот так вот дали изначально? Слушай, давай тогда я, наверное, лучника призову хотя бы одного. Двух. Такс, у меня есть что-нибудь? Да нифига у меня нету здесь вообще. От слова вообще ничего нету. Слушай, но они ватные. Я не знаю, будут ли они вставать в виде мертвецов. Вот это вот меня интересует больше, наверное. Так, ну... Стреляем, 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 родные мои. Конечно, их тут дохренище, если честно, идет. Будем ли мы тут успевать справляться? Вот что меня интересует. Смотри, ползет все-таки, ребят. Ну, вот, вот, вот. Оу. Слушай, мне еще дали одного великана. Ну, тогда, возможно, ребята, все будет очень даже неплохо. Я надеюсь, что не побегут здесь те самые зомби-бегуны, которые сразу будут нападать на моих лучников. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Я, наверное, еще парочку добытчиков, ребята, создам, чтобы нам как можно быстрее накопить золотишки, чтобы я смог здесь уже обустроиться. Ёп, просто ты посмотри, сколько там их. А почему великан-то этот стоит, тупит? Я не понял. Вот этот вот великан просто стоит и тупит, ребята. Че-то я не догоняю. Че-то я не догоняю. Главное, ту... О, третий. Отдуваются почему-то за него мои лучники. Как я погляжу. Нам нужно пережить ночь. Но нет тут, наверное, смысла брать... Оу, слушай, пошли уже вон кто. Да, ребята, это уже довольно сильные юниты. И, насколько я помню, их лучники не особо сильно берут. Поэтому давай вызовем мага. Потому что маги тоже, ребята, имеют массовую атаку. Плюс у них есть возможность откидывать противников. Так. Черт подери, они бесконечные, по-моему. Ребята, они, по-моему, вообще бесконечные. Посмотрите, какая их там орда идет. Вот не надо туда бить. Ты когда бьешь, великан, они летят ко мне туда, на мою сторону, ближе к базе. И зачем так делать? Давай, не дуркуй. Кстати, тут максимальное количество юнитов, ребята, повышенное. 65. Так, хорошо. Вот, 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 вот о чем я тебе говорил, видишь? Не так легко, ребята, его подбить. Слушай, ну сколько у нас? У нас два мага. И приличное количество великанов. Но что-то мне кажется, что... Это далеко, ребята, не конец. Может быть, мне призвать и своего великана? Давай, наверное, я своего великана еще призову одного. На всякий случай. Так, ну давай, давай, давай. Бомби. Слушай, нет, походу здесь будут только зомби, ребята, идти. Да, их много, я не спорю, но... А мы с ними справляемся. Причем у нас очень много лукарей, которые сами еще вытворяют. Просто выносят всех. Опа, а вот теперь, друзья мои, вот. Ёпарасоте. Серьезно?
Вот оно, друзья мои. По-моему, халява закончилась. Хитрён, матрён. А что будем делать? Ладно, давай попробуем в атаку пойти. Мне нужно, ребята, вон того в любом случае уничтожить. Как ни крути. А он будет, естественно, призывать армию. Ага, вон и бегуны, ребята. Но бегунов вызывает опять же этот. Такая... Давай, лукари. Но если мы вот этого с тобой сможем забомбить, призывальщика, то нам будет уже, ребята, уже намного легче. Хотя, мне кажется, мы быстрее, наверное, на этого подобьем. Судя по тому, как он у нас там лукари бомбашат. Слушай, это последняя волна. Ты смотри, что он вытворяет, ребята. Ну, не трогай моего мага. Есть, ребята, этого наказали. Вот, теперь остается вот этот вот у нас призывальщик, так его назовем. Блин, он всех разнес. Эти мелкие, смотри, бомбят там по ногам ему. Да, ребята, мы с вами этот уровень прошли. Так, и мы еще, кстати, зарабатываем с тобой сундук. Ну что же, 336-я миссия. Тоже попробуем на невозможном, ребят, пройти. 35? Это что за уровни-то такие? Будут сейчас 35 баллов мне, наверное, ребята. Я смогу, по-моему, прокачать, ну, наверное, все. Разве нет? По-моему, да. Так, великана. Ну, почти, ребята, мне не хватает. Да нет, на все хватает абсолютно. Даже немножко сюда. Слушай, наверное, это будет просто жесть. Good luck. Пожелали опять удачи, ребята. Так, что мне там дали? Мне дали меч. Сейчас серьезно. Мне дали какого-то одного копи... В плане травник. Подожди, почему... Почему травник-то? Не, я не врубился, ребята, почему травник тут дан? Раз, два, три. Так, раз, два, три. Пять добытчиков у нас идет, получается, да? Что-то я не пойму, как-то в разносов дают мне. И таких, и таких. Давай я, наверное, возьму тогда великана, он мне здесь понадобится. Так, он еще и призвал сюда мага. Ну, сейчас, ребята, он скоро побежит на меня, я так понимаю. А зачем мне вот это вот дали все, а? Намечников и... Намечников, да, по-моему, мне дали. Ладно. Так, я могу... Ну, если понадобится зуб... Смотри, они уже, ребята, они уже пошли. Они уже пошли. Давай, наверное, тогда еще одного мага. Пускай они ломают, ребята, идут сюда. Мы будем с вами стоять пока здесь, сзади. Сколько у него лучников? Я вижу 4 лучника. Кстати, великана еще одного тут дали мне. Ага, великана дали. Успею ли я? Короче, ребята, надо мечников брать. Пока стою на месте. По-моему, пора, ребята. Сейчас будем смотреть, что у нас здесь будет вообще получаться. Так, ну я смотрю, мечников мы довольно быстро здесь разбираем. Еще закажу одного великана. Маги, ребята, вот маги паршивые, конечно, тут, смотри. Он стоит.
Где мои лучники-то все? Их так мало, что ли? Опа, он тоже, ребята, призвал к себе одного из великанов. Слушай, если мы сделаем вот так вот. Там мечники-то вообще у меня есть? Я не вижу. Просто не вижу, ребята, есть мечники или нету. По-моему, нет там ни хрена. Ни мечников, никого. И великаны, ребята, великаны у меня сейчас. В кого мы там бомбим, непонятно. А, он еще жив до сих пор. Твою налево, это ж сколько у него там здоровья-то, ребята. Смотри. Я вот именно вот про этого говорю. Да иди ты в пень, он ребята, следующего призвал. Призывает. Так, ладно, я закажу еще лучников, ребят. Ишь, тут маги. Маги ему очень сильно, ребята, здесь помогают. Что я могу здесь сделать? Да, по-моему, вообще ничего. Слушай, нас наказали. Слушай, ну вот это вот немножко несправедливо, как мне кажется. Друзья, это... Ты посмотри. Ты хочешь сказать, что он меня смог забомбить вот ордой магов этих? Хотя почему бы и нет? Мог, конечно. Да, я проиграл здесь. Друзья, я проиграл здесь... Извини меня, но вот чтобы пол игры бомбить вот этого вот с щитом и его не уничтожить, это слишком... Ну, это борзо, как по мне. Согласись. Чего ты там, гудлак, помощь? Какую помощь ты мне даешь? Никакой помощи я от тебя не вижу вообще. Все, разбомбили мне, короче, базу. Да. Давай я, наверное, попробую все-таки хотя бы на харде. Ну, это невозможно, ребят. Ну, просто невозможно. Какой-то бред. Просто пришел чувак с копьем, с щитом. И я против ничего сделать не смог. Против него. Понимаешь, да? И очень много магов у него было. Очень много магов, которые, я так понимаю, именно они сзади из-под тишка стояли и, ребята, носили нам урон. Причем существенный. И здесь... Как они меня раздражают. Ну, я не знаю, можно, конечно... Почему... Я не могу одного понять, почему у меня вот в такой броне-то выходит... А если бы была бы моя топовая броня, это совсем другой разговор. А они вышли в травяной. Это, по-моему, самая дешманская броня, насколько я помню. С какого перепуга-то они в ней вырядились? Пандополы тоже мне тут нашлись. Не знаю. Давай тогда, наверное, вызовем с тобой одного великана. Так, одного великана. И... По идее, нам нужен еще и маг. А по итогу нам нужно где-то магов 5. И причем, ты заметь, у него армия. У него что, бесконечная, что ли? У него нет ограничения. Фига он тут наклепал себе. Смотри. И маг еще к тому же ледяной. А ледяной маг, ты знаешь, он замедляет, друзья мои, моих бойцов. Он уже начал ломать там все, да? Он там уже все начал, друзья мои, крушить, ломать. Еще, пожалуй... Нет, наверное, я лучше мага позову. Позову мага и лучников сделаем. Так, они уже вторую баррикаду ломают.
Сейчас начнется. Так, и мечников нам нужно заказать. Вот эти вот лучники, конечно, раздражают. Смотри, 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 а что это он отступил-то? Странно. Ладно, пойдем в атаку. Сейчас, друзья мои, мы глянем, что у нас тут получится. Ну, я вижу, он отступать как бы никуда не пошел. Маги, маги, опять, ребята, свое дело гнилое делают, а? Если мы с тобой вот этих вот капитонов уничтожим как можно быстрее, то все будет хорошо. Я имею в виду элитных, вот этих вот. Потому что они тут довольно много вреда мне приносят, если честно. И плюс вот эти вот лучники, которые стоят издалека, ребята, и бомбят по нам. Слушай, ну смотри, мы кого-то там разнесли. Все, он, ребята, пошел ныкаться. Он пошел все-таки ныкаться. Так. Блин, великан еще, блин, ледяной вышел. Я не вижу, мы там наносим урон вообще вот. Не видно нифига, вообще не видно. Наносим. Ну, давай, 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 великана есть, по-моему. Нет. А, да, великан, ребята, упал у него. Так, давай еще закажем мечников. Так, вот он, ребята, элитный капитан, вот он стоит. Сейчас мы его, если уничтожим. Сразу побежал сдаваться. Ну, не сдаваться, а ныкаться, прятаться. Он пошел прятаться. Блин, мне кажется, что он заходит туда, он еще больше армию сделал, блин, чем у него была. Но я не могу тоже, ребята, на рожон идти, согласись. Он так сейчас мне уничтожит великана, ребята. Просто, просто ни о чем. Взял и уничтожил великана. Может быть, мне тогда... Блин, а я ничего не могу сделать. Ребята, у меня фулл армия. У меня фулл армия. Ладно, я пошел тогда бомбиться с ними. Ну, а что еще делать? Видишь, у меня даже перебор небольшой. И не хотелось бы мне попасть на подкрепление. Потому что если подкрепление выйдет, ребята, ну, с этой армией, которая сейчас у него была. А, ну, в принципе, так и происходит, смотри. И магии, кого тут только нету. Блин, ну расколбас тут, смотри, жесткий идет. А почему мне 106? А, видимо, ребята, это вспомогаловка выходит, и поэтому так получается. Ну что, он сейчас подкрепление будет звать. 100% тебе говорю, сейчас будет подкрепление вызывать. Вот, вот оно, друзья мои, вот оно подкрепление. Я вижу великан. И еще один великан. Мне кажется, мы быстрее ему сейчас базу уничтожим, чем расправимся с его армией. У тебя нет такого ощущения, а? Смотри, что происходит. Ну, давай, родные мои, добиваем. Есть. Ну что же, только вот таким вот образом у меня получилось. На харде, ребята, на харде. Так, друзья, переходим на 337-ю миссию. И начнем, естественно, с невозможного уровня. Смотрим. Так, у нас здесь одна перегородка. Он, смотри, сразу же начинает. Так, слушай. Офигеть, у меня вообще какие-то... Посмотри, у меня вообще древний. С деревянными палками вышли. Против цивилизованных, блин. И всего лишь дали мечников? Вы серьезно?
А мечники-то какие? Тоже с палками? Я не пойму. Ну-ка, сейчас проверим, ребят. Ай, блин, это значит, я должен с одними мечниками справляться против, извини меня, его армии. А армия у него, видишь, да? И мечники, и капитоны. Хорошо устроились, ребят. Вы сейчас вот серьезно это все? Ну как так? Да ну, ребят. Это, мне кажется, вообще не реал. Unreal, я бы даже сказал бы. Вот один тут стоит. Мы сейчас посмотрим, насколько. Причем он даже не бьется, он бежит. Просто, ребята, бежит на меня. Даже не атакует перегородку эту. Сейчас посмотрим, насколько мы вообще сильны. Сильны ли мы? Сколько мы ему нанесем урона? Это мы только с одним, ребята, мучимся, прикинь? Так. Ну ладно, с мечниками более-менее справляемся. А чё вы стоите-то? Давай, правильно, уничтожаем их. Так, друзья мои, они отступают. А этот чё не отступил? Чувак бежит со стрелой в голове. Ай. Я не понял, куда этот хламон бежит, ребята? Прибежал к нам, понимаешь ли? Мы его сюда не ждали. Так, ну что, у него пока два лучника, ребята. Есть возможность попробовать еще, ребят, на них напасть. Меч... Оу! Это что сейчас было? Ну давай. Отступаем, друзья мои, отступаем. Слушай, у меня такое ощущение, что здесь будут великаны. Тоже электрические. Вот так вот складывается почему-то, ребята, впечатление. Лучников пока нету, можно, ребята, здесь с ними попробовать разобраться. Так. Ага, вышли. Так, ну я опять, наверное, в атаку, ребят, пойду. Я не успокоюсь. И он постоянно по два мечника вызывает. Оу, а ты, кстати, заметил, что мы, когда бьем вот этой вот, вот этим оружием, мы на него, как тебе сказать, кровотечение вешаем. То есть он погибает от потери крови. Вот так вот. Давай. Так, отступаем, друзья мои, отступаем. Я не буду лезть на рожон, я буду действовать очень аккуратно. Они, наверное, сейчас так только увидят меня. Ну да, так и будет, ребят. В общем, надо здесь сделать полностью армию. Я имею в виду 50 из 50, и возможно, что-то получится. Если у него, естественно, ребят, не появится каких-нибудь великанов или еще что-нибудь в этом роде. Ну куда ты? Блин, ребят, не успел. Чуть-чуть золотишко они все-таки прихватили, да, получается? Ладно. Так, на одного мечника им хватило. Ты погляди. Я бы, наверное, мог бы их догнать. Догнать и парочку раскурочить успел бы я. Ну что, у нас, в принципе, ребята, фул. Надо только дождаться, пока у нас 10 солдатиков сделается. Я не знаю, будем ли мы с тобой копить впрок голду. Потому что если мы побежим и нас начнут разбирать, нам нужно будет армию пополнять, так? Так, а кем? Если денег не будет. Вот я и думаю, что, наверное, все-таки нам надо немножко про запасик накопить. Слушай, ну довольно неплохая армия уже у нас. И я, наверное, сейчас побегу. И буду
валить статую. Ну а что делать-то еще, ребят? Не просто же так сидеть тут и сопли на кулак наматывать. Надо какие-то действия делать. Так, ждем последнего солдафона. И все, ребят, побежал я, короче. Там уже мне плевать, что там будет, кто там будет. Будем бомбить статую. Причем ты видишь, что статуя довольно быстро разбирается. Такие просто в труху, да? Сейчас подкрепление придет. Друзья мои, еще и великан там. Давай, 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 статую, 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 статую. Есть! Ребят. Выиграли мы. Мы успели из-под тишка ему статую уничтожить, пока он там с нами разбирался. В общем, прекрасно все. Ну что, 338-я миссия. Дайте мне новогоднюю елку потрясти. Не? Эх, жаль. А могли бы дать бы мне из нее что-нибудь хорошего, да, ребят? Так, ладно. У нас последний этап. На невозможном. Здесь нам нужно уничтожить статую врага. Стандартная прокачка, друзья мои. И вот так вот. Смотрим. Уничтожить статую врага. Плюс два добытчика. Ага. Король Зайкер. Это вот этот вот призывник, по-моему, да, друзья мои? Или это мне дали короля Зайкер? Блин. Ну мне-то нафига этот король Зайкер? Слушай, ну тут у него телохранитель такой, смотрю. Но все равно меня это не очень рад. В плане. Ну-ка. Король там еще что-то. Опа. Упс, друзья. Они теперь будут. Что они теперь будут? Они теперь будут в зомби превращаться. Вот что они будут делать. Ай-яй-яй-яй-яй, это плохо. Друзья мои, это чертовски плохо. То есть мы их бьем, они превращаются и так до бесконечности. Король, ты главное не лезь там на рожон, пожалуйста, я тебя умоляю. То есть костяные, плюс эти, плюс еще. Блин, он еще плюс там добывает при этом всем. Да ну! Друзья мои, вот об этом я вам тогда и говорил. Что будут еще вот эти вот охламоны лезть на нас. Черт подери. Что происходит-то, блин? Давай, я не знаю, в атаку что ли пойдем на них. Как-то надо пробиваться. Они на короля, что ли, прыгают, или что, или мне показалось? Так, смотри, тут еще и лучники. Угу. И опять эта армада бежит на меня, ты посмотри. Шлепки, а? Капитон вышел, он. Как тебе объяснить? Оу-оу-оу-оу-оу. Все, ребят, по-моему, сейчас моих лучников здесь порвут. А вот это вот разве справедливо, а, друзья? Фу.
Короля завалили. И что делать-то? В голове вообще никаких идей даже нету, ребят. Но без лучников же тоже хреново здесь. Согласись. Не то что хреново, вообще без лучников здесь плохо будет. Угу. Сколько у меня добытчиков? 3. Это вот армия нежити, которая идет. Она меня просто, ребят, раздражает. Ладно. Еще не делает. Так, у меня лучники здесь. Смотри, они на моего этого поперли, ребят. Да где все-то, блин? Да как тут можно? Ну как тут можно? Это вот неравноценные ребята, как тебе сказать? Расстановка сил неравноправная. Давай постоим здесь, я не знаю, подождать что ли, чего только ждать, кого ждать, блин. Раз, два, три, четыре, четыре добытчика всего лишь у меня. Мага призвать, если я призову мага, ребята, на него опять же придет это хамло, блин, прыгающий зомби. Они разнесут просто в хлам, поверь мне. Поэтому магов здесь нет смысла брать. Он опять на меня отправляет армию. Он опять на меня отправляет эти армию зомби своих. Черт бы их побрал, а. Лучников, смотрю, здесь делает уже побольше, да? Великаны. Во-во-во-во-во. Бегут. Бегут, друзья мои, смотри. Ну, здесь-то мы их быстренько, конечно, прессанули. Так, ребята, ставим армию. Ну! Давай. Тут главное лучников, ребята, заметелить. Да ну! Король еще медленно так бежит, двигается, как, я не знаю, как крохобор какой-то. Там еле крадется, а? Нет, тут надо, ребята, атаковать. Идти и атаковать. Ну, это не прокатит так. Ну, давай. Догоняй мечника этого. Буду, короче, рубить. Пускай он вызывает свое подкрепление. Сейчас посмотрим, ребята, кто у него там из подкрепа выйдет. Но если смотреть вот так, как сейчас выйдет, ребята, вроде бы как вроде бы как мы побеждаем на поле боя. Этому обязательно нужно было вот с этим столкнуться, да? Ну молодцы, ну поуничтожали. Ну а эту-то будете бомбить-то статую? Неужели? Ребята, мы разобрались с ними и уничтожили статую. Фьюх. Прекрасно.
Вот так вот. Друзья мои, ну что, у нас в принципе три этапа на невозможном, один на харде. Я считаю, что это нормально. Давай попробуем теперь открыть сундук и посмотреть, что же нам из него достанется. Так, где он? Где? Вот он, коллекция. Сундуки. Будьте добры, пожалуйста, открыть мне сундук. Я хочу глянуть, что же здесь выпадет. Ай, друзья мои. Ну, сами видели. Ничего путевого. Ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.